Дорогие друзья, добрый день. Я врач-невролог Усманова Гульфия Зафиковна, работаю в семейной клинике Танар. С сибирским здоровьем я познакомилась очень много лет назад. С сибирским здоровьем меня познакомила профессор Мезенцева Наталья Георгиевна. Я была у нее на обучении по курсу долголетия, и она дала информацию про уникальный продукт органической Германии. Ранее он назывался Вита Германии. Сейчас называется органической Германии. Про этот продукт я хочу просто сказать свое мнение и свои ощущения, так как я его непрерывно принимаю со 2 февраля 2018 года. Ни один день в своей жизни я его не пропускала, потому что мне доктор Мезенцева, профессор, сказала, что это уникальнейший препарат, она его тоже очень долгие годы принимает, разработка новосибирских ученых и очень сбалансированный геропротектор. Геропротектор – это препарат, который обладает способностью продлевать молодость, омолаживающий эффект, снижать эффекты старения. Продукт Германии уникальный. Вот в этом органическом Германии на сегодняшний день содержится 1,1 мг Германия, содержится ресвератрол, содержатся гингизиды женьшеня и антиоксиданты. Антиоксиданты в виде липоевой кислоты, витамина Е и витамина С. Про Германию хочется сказать особо. Он был известен уже достаточно давно. В 1886 году был открыт химиком Винклером. И первыми его начали использовать, его свойства японцы. Выяснили, что Германия обладает очень хорошей способностью переносить кислород в тканях организма, повышает иммунный статус организма, обладает очень выраженной противоопухолевой активностью. В почве Германия содержится крайне мало. В продуктах его достаточно тоже мало содержится Германия. Поэтому вот на сегодняшний день более известные, из чего мы можем получить Германию, это женьшень. Он на себя адсорбирует этот Германию, поэтому из него вырабатывается. Это продукты чеснок, камфора, алоэ, молоко, лососина. Но для того, чтобы получить суточную дозу 8-10 мг магния, нам надо с вами выпивать 10 литров томатного сока и съедать 5 кг лососины. Ну, согласитесь, это нереально на сегодняшний день. Вот. С пищей поступает у нас где-то 1,5 мг германия, не более. И недостаток германия в России испытывает 95% населения планеты. Поэтому на сегодняшний день как бы вот этот продукт, он уникальный в этом плане, что идет восполнение вот этого недостающего германия. Продукт, который используется в сибирском здоровье, он поставляется из Швейцарии, Германии, 1,1 мг. Поэтому на сегодняшний день очень сбалансированный геропротектор. Туда еще добавлен очень хороший, уникальный геропротектор ресвератрол. Про ресвератрол очень многие знают, он содержится в красном вине, винограде, но содержание его в красном вине от 0,2 мг до 5,7 мг. Здесь в нашем продукте ресвератрол содержится 30,7 мг. Если разделить это на то, что содержится, например, в красном вине, в белом вине содержится в 3-4 раза ниже, это надо выпить 153 литра красного вина. Вы представляете, какой это объем? Ну, то есть это ванну с красным вином, по сути, принять для того, чтобы получить вот эту суточную дозу ресвератрола. Он уникальнейший антиоксидант, продлевает молодость, укрепляет сосуды, улучшает метаболизм клеток. Туда еще добавлены, в органическом Германии добавлены еще природные антиоксиданты. Это липоевая кислота, это почти суточная доза 49,5 мг, которые регулируют наш углеводный обмен, чтобы мы с вами следили и за питанием, следили и за набором веса. То есть это контроль обменных процессов. Витамин Е 30,2 мг – это почти 200% суточной потребности человека. И практически суточная доза витамина С 89,1 мг. То есть, по сути, вот этот вот прием природных антиоксидантов, ресвератрола плюс Германия обеспечивает нам очень хорошую защиту организма. И там еще есть тоже уникальный продукт, это экстракт листьев оливы, олеурупинин. Он укрепляет сосуды, улучшает кровообращение и тоже улучшает метаболические процессы. Я почему хотела с вами поделиться этим отзывом? Потому что мои пациенты очень последние годы всегда говорят, что вы принимаете, что вы принимаете. Мы вас
знаем уже лет 10, лет 15, 20, вы не меняетесь. Ну, я не могу сказать, что я не меняюсь, я тоже меняюсь, но я понимаю, что по сравнению с возрастной группой, да, это хорошая поддержка. В свое время вот этот органический Германий мне помог уйти от эмоционального выгорания и от синдрома надпочечниковой усталости, когда организм очень сильно устает, сил нет, энергии нет. Вот после начала приема Германии я поняла, что насколько жизнь была раньше другая. Прием его рекомендуется докторами с 30-летнего возраста, одна капсула в сутки. На упаковке написано прием 1 месяц, как бы под контролем врача. Но я принимаю это уже 6-й год на непрерывной основе. И очень благодарна компании «Сибирское здоровье» за открытие и за то, что этот продукт был предоставлен нам, потребителям.